Так, мы здесь, проверьте звук, пожалуйста. Все нормально? Слетела программа, что-то какие-то проблемы. Так, друзья, скажите, как быть с новым товаром? Баркоды по спиде работают еще. Да работают, спидит баркод. Все, ну, я купил баркоды в августе прошлого года на спиде. 100 штук, до сих пор ими пользуюсь. У меня мой напарник вообще купил, по-моему, 1000 или 10 тысяч баркодов на eBay за доллар. Или за два. Так что, и как работали, да, а мы вот эти обучающие всякие материалы, фигачим эти баркоды. Ну, там надо показать что-то, и там пуляем их. И все работают, ни ошибки, ничего нет. То есть рассказывает, что на eBay очень много таких бракованных, ничего. Просто забивайте, посмотрите на eBay, куча этих баркодов продается. Я тоже этого не знал, он мне вот сказал. И мы вот некоторых людей отправляем, ну, также под, по-моему, тысячами или по 10 тысяч там что-то покупают. Ну, не получится, у вас ставили в этот UPS-код. Не прокатил он, грубо говоря, оставляйте следующий, не жалко. Я вообще покупал в каком-то сайте, он сейчас вообще закрылся уже. Ну, я даже не помню, как там, UPS какой-то там сайт. Так, значит, ладно, по вопросу. Можно описать конкретно действие по шагу для вывода товара в топ? Это бред. Это такого конкретного действия и секретного ответа. Просто сделайте, выберите качественный товар, сделайте качественный листинг и правильно сделайте запуск, правильно? Ну, блин, давайте так вот. Надо исходить из основ. То есть эти вопросы задают те, кто не учился нигде и не читал ничего, получается. То есть основ. Успешный товар нашел, ты по твоему мнению, да? Ну, отнесись к нему как к успешному тогда. Ну, сделай качественные фотки, сделай правильно заголовок, сделай буллеты, description описание. Только релевантное, блин. Не надо рассказывать сказок, какой у тебя супертовар, а релевантно твоему товару. Для этого нужно держать в руках. Надо потестить месяц на себе. Почувствовать себя покупателем американским. То есть предвзято смотреть там с большой долей критики на свой товар. Упаковку сделать лучше, чем у конкурентов. Потом залить это все. И просто в ленте посмотреть, как ты выглядишь на фоне, блин, своих конкурентов. Многие ломятся, блин, спешат куда-то. Куда вы спешите? Первый товар, первые и единственные деньги, там 3-5 тысяч. Все ломятся побыстрее начать продажи. Чтобы начать продажи, нужно подготовиться к ним. Включают сразу мануала, блин, три этих, блин, автомат. Все сразу одновременно, блин. И говорят, а что у меня реклама не показывает? А ну покажи тут скрин своей рекламы. $100 дневной бюджет, ограничение стоит, блин. И по $10 клик. Ну, блин, посмотрите на Amazon, да, он смотрит, у вас мало денег. Он вам будет подбирать и ждать именно самый дорогой клик. За $10. И вы сольете за 10 кликов будет у вас, блин, сольете весь бюджет и не увидите ни ключей продающих своих, ничего. Да поставьте вы, блин, 1000 ограничитель на день при тех же ресурсах. И поставьте, блин, доллар за клик. И включите, блин, и тестите, блин. Первый день посмотрели результат. Не работает по доллару. Доллар 10. Еще день потерпеть. Доллар 20, доллар 30. Не спеша, автомат раскачать. То, что говорят, неделю достаточно автомата, чтобы собрать продающие ключи. Два месяца. Это бред. 2 месяца это оптимально. У меня он не выключается. Я как включил автомат в сентябре на свой товар, так он и крутится по сей день. Потому что это единственный источник, адекватный более-менее, по которому ты можешь анализировать вообще, какие ключи продают. И если ты вносишь какие-то изменения, какие конкретно в листинг, ты сможешь проанализировать, что изменилось в автомате. То есть перестали какие-то ключи продавать, появились ли новые. Но для этого надо не забывать сохранять себе репорты. Потому что они там ограниченный срок. Согласен, я абсолютно в этом согласен. Стратегии огромное количество. Я, например, вообще запускаю пай-пер-клик на новый товар со второй, с третьей посылки, когда уже зарабатывать. Начинаю, я понимаю, что он нормальный. Я на старте и так могу набрать минимум, чтобы они продажи пошли. Но бывает неудачный запуск или запуск такой тяжелый. Ну, про смысл, например, я понимаю, что товар что-то там не угадали, не поняли. Если я уже несколько партий сделал, я уже понимаю, что на нем зарабатываю, и понеслась. Но опять же, основная масса проблем – это психология. И мы каждый раз, каждый психолог, почему хотим быстро по индусам, быстро прогнать вверх, чтобы подняться, чтобы здесь подняться. Да ничего, быстро не бывает. Тем более туда поднялись и быстро упадете. Чем более серьезно... Какой смысл? Включать рекламу без отзыва, вот есть некоторые чудики. Сливают бюджет просто в никуда.
Нет отзывов, нет продаж. Но это правило, оно, блин, практически 90% товаров. Есть исключения, конечно, суперуспешные товары, которые без отзывов. Да, они сами продают, сами по себе просто. Но у меня таких не было. То есть, высококонкурентная ниша – это нереально. У меня минимальное количество на сегодняшний день, после всех вот этих изменений с отзывами, с удалениями, чтобы стартануть, где-то надо 30-40, а то лучше 50 отзывов иметь. Это уже уверенно какие-то выходишь на 10 продаж в день. Без этого, ну реально, ну блин, ну никак, ну зачем переводить деньги? Чего торопиться? Ну потерпите. Зачем вы последние деньги вкладываете и вот так вот потом торопитесь и сливаете эти бюджеты? Мне, блин, пишут десятки писем, блин, посмотри, что не идет, блин, почему так? Ну блин, я трачу минуту-две, я понимаю, что человек просто сливает последние деньги. Рекламу скриншот скинул, блин, сколько у тебя отзывов? Ноль, блин. А нафига ты ее включил вообще? Потому что где-то прочитал, что надо включать, собирать ключи. Как ты их соберешь, если продаж нету? Нереально. То же самое касается вихря, блин. Вот это меня начало злить. Несколько подряд писем, блин, у меня вихрь нихера не работает. Или у меня вихрь работает, я вылетел в аут. Блин, по моим наблюдениям, вихрь нужно включать, когда полный склад. Приехала вторая партия, не на пробной партии. Если ты привез 200 штук, вихрь ты запустишь, ты вылетишь в аут за 3 дня. Ну, 5. Производство зачастую у всех 20, 30, а то и 40 дней. Плюс доставка. А есть еще, чуваки еще и морем возят. Там еще 40 дней надо закладывать на доставку. Плюс Amazon 3-5 дней принимает, а то и неделю. И вот уже по месяц. Нафига деньги на вихрь, чтобы увидеть шикарный результат, классно началось продаваться, и тут сидеть потом 2 месяца ждать товар. Из аутов-стоп, ну, потом хрен вылезешь еще. Да, а теперь делимся наблюдениями. Не я это придумал, уже многие пишут. Если ты на вихре, вылетаешь в аут, потом вернуть позиции практически нереально. По тем шикарным ключам, которые ты на вихре, на бусте вот этом первичном вылетел, высокочастотники в топ, ты уже, блин, я третий месяц бьюсь по двум товарам, я не могу после этого блокировки листинга, один на 3 дня, один на неделю меня банили, в феврале и в марте. Я не могу вернуть первую позицию. На вторую страницу вывел, до первую никак. Вихри с утроенной мощностью лупашили. То есть я сосредотачивал деньги, отказывался от количества и просил качества. То есть вместо плачу как за 10 ключей, да, а мне крутят 3 ключа, самых высокочастотных. То есть с тройной нагрузкой. Да, задницы. У меня уже такие мысли посещали, если там не 300, на одном 300 отзывов, на другом 600 отзывов, если бы не такое количество отзывов, уже запускать листинг отдельно. Завозить 2000, сразу включать вихря, ну вот видишь. Ну здесь смысл в любом случае, но, да, тут много разных моментов, потому что я говорю, по поводу вихря я могу тоже сказать, в любом случае, любое продвижение лучше продвигается всегда с органическими продажами. Вихрь это будет, или ураган, или Вася или Петя это продвигать, не имеет значения. Вихрь, ураган и все остальное – это способ продвижения через внешний трафик. Вот и все. За счет полезных действий. И где вы будете делать, все делают примерно одно и то же. Единственное, просто везде разные ценники и разные условия. Просто обращайте на это внимание. А так, где вам нравится, там и делайте. Никакой разницы особо нет. По поводу того, что мы уже говорили, сейчас это не работает практически ни у кого. Все сейчас выжидательные, сейчас никто заказы не берет. Но, да, в любом случае, не надо загоняться на... Просто некоторые уже совсем обнаглели, просто запускают все подряд, запускают вот эти способы продвижения. Да, я понимаю, у меня, я как минимум 5 человек знаю, которые на спиннерах так поднялись и сейчас продают. Но это просто уже наглость. То есть тупо, вообще без знаний, без всего, с говенными фотографиями пришли, кинули там денег, грубо говоря, даже пускай там $500, я не знаю, за спиннер заплатили, вывезли на первый страниц, зацепились и по 50, по 100 штук делают продаж. Вот, и потом плачет, а почему ко мне там прицепилась куча хаджекеров? Ну, они такие же, как и ты, грубо говоря. Вот, на это рассчитывай, это не бизнес. Это просто такие товары-вспышки, которые как спичка сгорят рано или поздно. Хотя Fidget Cube до сих пор работает, пока патент не открыли. Но в любом случае надо делать классный товар, чтобы он был интересный, чтобы он был востребован. Надо делать классный листинг, надо делать правильную цену входа. Все имеет значение, абсолютно все. То есть совокупность этих действий и тот же наш способ продвижения, он это 10, 20, 30%. Единичные товары, которые, например, если мы сейчас выдвинем какие-нибудь там Garlic Press, грубо говоря, он не даст такого выхлопа, как спиннер. Сейчас спиннер туда выйдешь, там они все по 150, по 200 штук в день продают. То есть любого выдвигаешь,
И по-любому ты будешь говорить, потому что они торгуют всем одним и тем же говном. У меня мы фотографии еще делаем. Там у некоторых даже на братстве приходят, они уже сломаны. То есть китайцы не успевают их делать, у них подшипники, короче, летят. И даже вот эти крайние штучки пластиковые, тонкие, просто пластик лопается. Даже фотографии сделать не успеваем, они ломаются. То есть такую дрянь гонят. То есть человек дает нам, чтобы мы сделали фото, а он уже такой, даже на фото нормально. То есть как они проверяли инспекцию товара, делали еще что-то. Ну, то есть вот такая вот история. И фотограф приходит там все это зарисовывать просто. Вот так торгует. Ну вот, из-за этого не надо загоняться на конкретные все эти вещи. Так, Денис Спиннер, это трендовый товар, через время он никому не нужен будет. Да это понятно, что это товар трендовый. Никто не спорит, и товаров достаточно много. Сейчас вот я честно могу сказать, один товар такой вроде нашел, никак его не запущу, потому что я не прошу, они еще это не сделали. Я говорю, уже на Амазоне уже торгуют этими кастомизациями. Говорит. А мы, говорит, еще не знаем. Мы, говорит, то через 3 дня они доделают, то через 5 дней. Трендовым товаром тяжело торговать, реально. Это такая тема. У меня есть один из тех людей, кого я консультирую, то есть он специализировался на этих трендах, тоже устает. Ко мне недавно человек обратился, он этих кубиков продает море. Он просто устал. Он говорит, я сегодня проснулся, у меня 4 товара и 4 байбокса я проиграл. Вот что такое трендовый товар. Вот и все. То есть люди там даже устанешь. По поводу бренд-регистри как раз. То есть вот человек обращается, а ему говорят, у вас торговой марки нет, и все, сделать ничего не можете. Так что ничего не сделаешь. Кстати, у тебя как с бренд-регистри дело с хайджекерами? Ой, да, у меня проблема, это с самого начала тянется, потому что с самого начала вот, повелся на эту фигню, рекомендацию регистрации торговой марки на LegalZoom, этот онлайн-сервис. Бренд-регистр я давно прошел, то есть без всяких проблем. У меня сейчас все товары, которые новые заходят, автоматически попадают в эту программу по старым правилам. Ну, еще. Понятно. Проблема с торговой маркой, что полгода документы в Америке мы подали, через полгода пришел отказ на регистрацию. То есть бренд уже накачан, да, деньгами, пришел отказ. Сейчас я подключил там юриста киевского, Матяша, он написал апелляцию в американскую эту структуру, чтобы, ну, нашел прецеденты, что под моим, такое название, как и у меня, есть еще несколько торговых марок зарегистрировано. А ты проверку не делал вначале, когда она подавала? Делал, а LegalZoom, сделали проверку, не было совпадений. Причем, если бы мы не подали в тот же день документы, понимаешь, а здесь... Это американская компания, LegalZoom, что это такое? Да, LegalZoom, это онлайн-сервис регистрации торговых марок. Ну, это как раз мы о чем и говорили вот на днях, что принимает на себя обязательства и им плевать вообще, какой результат будет. То есть, вот реально с нашими проще работать, потому что хоть какое-то отношение человеческое, а там вообще берут все подряд такое ощущение, все заказы. Так, давайте вопросы, что там еще? Так, по вопросам, давай. Они спрашивают, расскажи, пожалуйста, уже я слышал, рассказывал, как за счет кого ты разбанился. Про эту тетеньку расскажу, юриста. Синтию? Mm-hmm. Ну, у меня два юриста, которые, это две организации уже, то есть эти юристы, они переросли уже в организации со своим штатом юристов, да. Синтия Штайн, да, всем известная, раскрученный бренд, да. Есть еще менее известная Келли, да, там барышня. Это вообще интересная барышня, она работала в Амазоне Seller Performance, да, бывшая сотрудница. Кому, как не ей, знать все проблемы, какие там всплывают. Она уволилась, создала свою фирму, такие симпатичные толстушки, такие под 150 килограмм, 5, по-моему, их там менеджеров сидит. Но она меня удивила, честно. Если Штайн Синтия разбанивала меня по качеству, был бан, где-то заняло до недели, да, то Келли меня разбанила за 3 дня, по-моему, вообще в легкую. То есть тут стоимость услуг, я вижу, спрашивают. То есть Синтия брала за проблемы по качеству $500 с меня 2 раза, я вот к ней обращался. Келли взяла тоже $500, ну, как такса. И причем она знала, что я с Синтией работал, может, она из принципа взяла 500. Вообще там система какова? Есть минимум, без которого не будут начинать разговаривать. Ты платишь предоплату. То есть никто не надо бояться, что у тебя заберут деньги. Американские юристы довольно честные. Во всяком случае, в данных Келли и Синтии я за них ручаюсь. Да? Им можно смело платить предоплату, если они изучают твою проблему и говорят, мы не можем этого сделать, они возвращают деньги. Это однозначно. У меня такая ситуация была по
Брэд Гейтингу. Еще одна барышня, не помню, как ее зовут, которая занимается именно защитой бренда на Амазоне, она мне вернула деньги. Что сказала, без торговой марки я тебе помочь не смогу. Потому что бренд, по-видимому, очень такой, ну, известный, простое слово, заезженное, то есть его сложно брендить и защищать. Поэтому сказала, когда сделаешь торговую марку, обратишься ко мне, я тебе помогу все... Сколько ты все... теряешь? Как ты считаешь, сколько ты теряешь на хайджекера? По деньгам, вот так, по штукам, по деньгам. Ну, ты знаешь, раньше терял много. Сейчас у меня есть определенная процедура с ними бороться, да, как... Не скажи, может, людям да. интересно будет. Выкупим? Мы подготовили ряд шаблонов, да, первых, это пугач, да, то есть это на дешевого китайца, который, в принципе, неопытный хеджекер, да, его можно испугать письмом. То есть мы отдали профессиональному там человеку, юристу, он написал письмо, с юридической точки зрения заточил его, с угрозой. То есть он обозначил наши права, то есть что мы, конечно же, в этом письме обманываем. Мы говорим, что мы уже защищены правом американским от торговой марки, а не проверить это им сложно, то есть в моем случае сложно, потому что много похожих названий. Можно тыкнуть в любого и сказать, что это я. То есть, ну, при проверке, даже если они по базе прогонят, то выпадет 20 совпадений по моему названию в разных категориях. Да? То есть повод испугаться. И он как юрист написал, что вот наши права, вот вы их нарушаете. Разрешение на перепродажу мы вам не давали. На рекламу, на какие-либо действия с нашим продуктом не давали. Вы нарушаете вот нормы закона касательно авторских прав наших. Юридических, на этот бренд, на лого, на все, на использование листинга даже вы не имеете права. Поэтому мы вам предлагаем свалить, типа, в противном случае вы понесете все полноту криминальной ответственности, вплоть до уголовной, за нарушение этих правил. Это первое письмо от Пулица, и на нем написано, мы даем вам там 12 часов, чтобы покинуть листинг, ну, отвалить. Если через 12 часов ничего не происходит, у нас второй шаблон. Он, по сути, мало чем отличается от первого, но в нем меняется несколько абзацев. Во-первых, указывают, что это повторное письмо, что на первое они не отреагировали, это очень плохо для них будет, что наш адвокат это зафиксировал, что не было реакции, что мы уведомили об этом Amazon, и что сейчас мы вам даем 6 часов последнюю попытку, в противном случае у нас подготовлен стандартный пакет документов для забана вашего аккаунта на Amazon. То есть тут мы блефуем часть. Блефуем почему, говорю, потому что в 50% случаев этот пакет документов помогал забанить. То есть у нас есть прецеденты, мы банили хеджекеров, просто набрав, не имея торговой марки, только бренд-регистре, набрав пакет документов, да, без выкупа даже продукта. То есть мы анализировали магазин Storefront хеджекера, показывали стрелочками, что это бред. Все товары, например, по одной цене вот хеджекеры чудят. Потому что это робот у них, понимаешь, это не человек. 100 товаров, например, по 5,99. Мы показываем, и Амазону пишем, просим вас не забанить, а просим вас проверить, что мы подозреваем этот аккаунт фейковым, что это хеджекер, и это запрещено правилами Амазона. А там уже на откуп этой службе, которая занимается борьбой с этой фигней. Вот и все. Вот это вся борьба моя с хеджекерами. Выкупа не делаешь? Ну, что больше не сделаешь? Выкупа не делаешь, вот эти вот? Выкупа делал, но два вида результата по выкупам. Первый, на американский адрес приходит товар, похожий на мой, в левой упаковке, обычно в желтом картоне, в стандартной упаковке китайской, без моего бренда, без моего названия, просто внешне похожий на мой товар. Это первый вариант. Мы сразу же это фиксим. Фотофиксацию делаем и вслед за нашей уже обычно отправленными документами в Amazon прикрепляем письмо с этими фотками, подтверждающими. И тут же инициируем возврат денег. Рефанд делаем. И негативные отзывы. Пишем негативный отзыв, да. И в товар, кстати, тоже, чтобы не допускали ошибку. Писать только надо на продавца. А то сами на себя напишите. Если на товар, да, многие там чудят, на товар сразу поспешили написать, им лупили себе в листинг, сами же нет. Ой, кто какой козел мне. Это заказной отзыв, негодяй. Да, все понятно. Здесь люди спрашивают некоторые, а зачем писать хайджекерам? Потому что мы блефуем. Когда она будет торговой маркой официально, тогда мы будем сразу писать Amazon. Тем более, мы же тоже люди нормальные, все могут ошибиться. Человеку, мне кажется, надо дать шанс, там эти 12 часов достаточно. А если будет торговую марку, можно дать и меньше времени.
Пускай следят, смотрят. Так, по поводу юридическое лицо есть? Америка, США. Не планируете? Когда? Планирую, но пока это далеко. То есть я Понял. планирую съездить на разведку сначала в Америку, посмотреть по сторонам, а потом уже принимать какие-то решения. Понял. Европа. Планируешь продавать, торговать? Честно, ребята, мне Америки за глаза хватает, чтобы не спать нормально, как нормальный человек не жить. То есть стратегия принята расширяться в сторону, количество товаров увеличивается, а нанять сотрудников пока не получается адекватных. То есть я тестировал пару человек, но, к сожалению, пока не получается даже закрыть какие-то роли. Там спрашивали внизу, сколько нас работает в команде. У нас три человека, я, моя супруга и партнер. То есть роли распределились так. Партнер полностью саппорт закрывает и общение с китайцами. Ну, то есть Америку и Китай закрыл он на себя. Он знает английский язык хорошо просто. Я не знаю английского. Я закрываю продвижение, листинг, товары, реклама, ну, все, что связано с товаром, с продажами, отчеты. Супруга Оксана, она дизайн закрывает упаковку, ну, дизайн упаковки, фото для листинга, обработка 3D, это все ее кухня. Плюс уже помогает, она ведет сайт. Там тоже у нас есть форма общения с покупателями, она помогает, вот эту закрывает тоже саппорт сайта. То есть пока вот так вот нам уже тяжело, мы уже чувствуем, особенно саппорт начал сильно. Чем больше товаров, чем больше отзывов становится, тем больше вопросов задают. Плюс мы настроили обратную связь, Feedback Genius уже до совершенства довели шаблоны. Просто высокий процент идет писем. То есть вместо негативного отзыва тебе пишут письмо. Ты сам этого хотел, вилку в письме делал. И вот вал писем увеличивается с каждым днем, их очень тяжело обрабатывать. То есть мы уже там сейчас вот очень остро стоит вопрос о взять человека на саппорт с отличным знанием языка и начинать его погружать в эту среду, шаблоны эти. То есть, ну, мы видим на сегодняшний день 70% ответов можно отвечать шаблонами. Они стандартные. У меня сломалось это, что мне делать? Или наше дальнейшее действие. У тебя готовый шаблон отправил. Или там, мне очень нравится ваш продукт, типа, ну, собака съела его, блин, что нам делать? Блин? Тут уже надо уделить человеку внимание. Написать ему, Купить либо, еще блин, один, явно. да, либо, блин, как у нас было, что, блин, подарить собаке, ну, наушники отдельно подарили просто собаке, и все. Ну, пусть носит, если ей нравится, да, если она их грызет, да. Ну, а тебе, брат, извини. Ну, вот так Все вот. ясно. Ну, с тонким чувством юмора, да, это все пошло, ну. Ну, все Человек правильно. понял, что наушники для него, но очень восторженный отзыв и в селлер написал, и в продакт, то есть ему очень понравилась эта реакция. Спрашивают, какими программами пользуешься? Ну, такими Программа, основными. автореспондер, фидбэк, Genius, я сказал, анализирую ключи, я MZRush взял. Сонаром конкурентов, что еще? Silix сейчас тестирую, полный пакет я в них подключился на тестовый Ну, период, Silix это но и я есть пока... сонар, я так понимаю, правильно? Да, это сонар то же самое. Все, больше, этот, Merchant Words для первичного анализа ключей, для подбора их, для наплодить, чтобы можно было этих, ну, средне-низкочастотников. Есть еще такой, этот, SpokeForge мне посоветовали. Тоже интересная штучка, можете себе это, я сейчас сброшу, попробовать. Генерит тоже ключи очень хорошо, долго анализирует. В принципе, неплохая полезная программка. Спрашивают, идеальный старт. То есть, как ты себе видишь старт обычного товара, там, ну, я так понимаю, не супер дорогого, не с большим бюджетом. То есть, вот как раз наш человек 3-7 тысяч долларов в этом Да. диапазоне, как ты его видишь себе? Предположим, товара до 1000 штук. Идеальный старт, первая партия 500 штук, товар от 3 до 6 долларов в закупке. Везем самолетом первую партию. Вторую дробим, уже с моря по продажам. Часть самолетом, часть морем можно везти. Ну, надо выходить, то есть, на экономию, но на старте я не экономлю. Важно не допустить товарного разрыва. Если финансы ограничены, ну, бюджет, то только самолетом можно решать эту проблему при производстве 30 дней и более у китайцев. Вот. Товар в низкоконкурентной нише желательно, ну и лучше в среднеконкурентной. Низкоконкурентных очень тяжело мотивацию к дальнейшему получать, потому что вялые продажи, и для этой ниши очень хорошие
считаются. А человека, ну, расстраивает, что он мало зарабатывает, и опускаются руки. И у него не хочет проявлять даже желание идти в другие ниши, там, пытаться что-то дальше, другие товары пробовать. Есть многие, опускают руки. Поэтому среднеконкурентная ниша. Я не люблю ниши там, где есть Amazon. То есть желательно, чтобы это была подкатегория, в которой Amazon не торгует. Насыщенная там с десятком хотя бы ФБАшными продавцами, которые на твоих же условиях хотя бы хранятся и платят те же деньги Амазону, да. Потому что с ребятами, которые со своих складов грузят, сложно конкурировать, они могут тебя ценой душить месяц, ничего ты не сделаешь, потому что у них есть задел. И, собственно говоря, не бояться, ну, по количеству отзывов там задавали мне вопрос раньше, сколько должно быть у конкурентов. Но я вам скажу, моих конкурентов на сегодняшний день, у одного 9 тысяч, у другого 3 тысячи отзывов, у меня 600, ну, есть несколько конкурентов, у которых от 300 до 500, да. И пул такой последний за полгода, там, наверное, с десятка три конкурентов, у которых там до 300 отзывов. Можно, в принципе, без проблем с ними конкурировать. То есть, важно, я же говорю, важно подойти к товару правильно. То есть, многие допускают ошибку со старта. Я так люблю свой товар, что, блин, я победил всех. Нифига, это вы только любите свой товар. Ну, надо проверить, полюбят ли его американцы. У меня была такая ошибка на цвете. Мне так нравился красный цвет одного моего товара в красном цвете. Он шикарно смотрелся для меня. Мне нравится самому красный цвет. Но оказалось, американцам красный цвет особо не нравится. И это получилось по сравнению с черным цветом 8% продаж. То есть я даже вышел из этого цвета. Просто потому что замораживать деньги в этот цвет. Я полгода продавал те 200 штук, что там завез. Ну, вот, не наступайте на те же грабли, не надо так самолюбованием своим заниматься. Товар тестируется продажами. Первичное тестирование по качеству вы тестируете на себе. Он должен нравиться вам прежде всего. Если вам товар самим не нравится, лучше его не брать в работу. Потому что, ну, блин, я не знаю, я такой человек, я не могу говно. Если мне в руках держу говно, оно некачественное, то я им заниматься не буду. Потому что, ну, я не знаю, как можно описать этот товар, приукрасить, качественно подать его, если оно говно. С помощью фотошопа. Ну такая, зачем вы себя обманываете? Ну, придет товар, человек в руки его возьмет и напишет вот это, как это у них слово на английском, я забываю постоянно, говно. Прямо у тебя в отзыве и напишет, прям в заголовке, так некрасиво смотрится. Мексиканцы обычно полюбляют это слово писать. Даже на мой качественный товар они полюбляют это писать. Ну, зачем? Основная проблема на старте – это мало уделяется внимания саппорту. То есть с самого начала должен быть настроен фидбэк гениус. Первая продажа пошла, фидбэк гениус нужно настроить. Там 3 письма, 2 письма, блин, я 2 письма использую. Первый день, через день после поступления на склад, после покупки, вернее, после доставки покупателю, через день. И второе, напоминалка через неделю. Все, я считаю, настолько заспамлена сейчас вот эта почта, блин, амазоновская, что люди там, что через 30 дней ты напишешь, вряд ли будут уже читать. Я, ну, рекомендация самая главная, работайте заголовками. То есть текст письма может быть стандартный, а заголовок очень важный, его читают. Ну, и можете себе представить, американцы, которые тарятся постоянно на Амазоне. Ну, он затарился на выходных, на субботу-воскресенье, там, с десятка два товара. И вот от каждого посыпалась серия писем с фидбэка, да, там, с разных программ. Так вот, вот это перечень, как минимум 20 писем, да, ваш заголовок должен выделяться. Если вы не завлечете, никто его не нажмет и не заглянет туда. Поэтому то, что говорили, работайте с текстом письма с наполнением, это так, бабка надвое гадала. А вот с заголовками, да. Работайте креативом. Вот, обратите свой опыт, блин, к Ютубу, к ребятам-копирайтерам, которые занимаются email-рассылками. Куча, блин, фри, блин, бесплатного материала по заголовкам. Американцы люди, они ничем не отличаются. Просто делайте шикарно на английском, шикарный, блин, зазывающий заголовок и проверяйте, тестируйте. Ну, это шире, да, секс. А теперь поговорим. Я привлек ваше внимание. А теперь поговорим о моем товаре. Да, у меня есть слово не секс, но очень популярное, оно работает. То есть одно слово, которое добавилось в заголовок, большими буквами закопсил его, и письма открываются. Конверсия там 12-15%, я считаю, очень хороший результат. Раньше было 3-5%. Причем, чем больше отзывов у вас в товаре, тем больше органики вы будете получать.
Потому что люди охотнее пишут отзывы, если товар действительно популярный, они хотят быть частью этого сообщества, участвовать. Отличный совет, я считаю, по заголовкам действительно это очень важно. Вот здесь как раз здесь народ спрашивает, как ты собираешь отзывы, как раз мы отвечаем на этот вопрос, как мы собираем отзывы. На самом деле это основное. Так, форвардеры, есть кого посоветовать? Я вот уже боюсь кого-то советовать. Ребята, по форвардерам я никого советовать не буду. У меня устаканился уже вот полгода один и тот же форвардер, но у него ограничения. Он работает только самолетом, только экспресс-доставка и только электроника. Если у кого-то совпало с этими тремя, напишите мне в личку, я дам контакт. Я выкладывал в паблике этот, но ребята мне потом писали, говорят, мой форвардер отказался с ними работать. И когда я уже был в Китае, вот сейчас я с ним встретился, и, собственно говоря, он мне это все дословно словами сказал, почему он отказывает людям. То есть я не знал просто, что он ограниченный, у него такой функционал. Мы так случайно на него наткнулись, нам его посоветовала фабрика. Мы с первого раза, он нас удивил, там, быстро так подал машину, быстро принял, четко отправил, в тот же день уже это погружено было на самолет и улетело, мы удивились. И по сей день мы с ним работаем. Это 6,50 за килограмм самолетом, срок доставки 4 дня на Амазон. Это факт. Ну, то есть все мои последние там 10, наверное, отправок в 4 дня вписываюсь. Если отправляю раньше, чем в пятницу. Если в пятницу, то 5-6 дней. С понедельника вписываешься хорошо. Понятно. То есть у него как раз конец недели. Получается, выходные еще приплюсовываются. Да, и так как у него узкая специфика, он четко решает вопросы с аккумуляторами, которые вот это преследуют людей, блин. С маленькой упаковкой, там, дробит мою партию, как ему угодно. Я ему дал такое разрешение. То есть я отправляю там 40 ящиков, да, я ему даю разрешение отправлять как ему угодно. И я вижу, пошла выгрузка, там 6 улетело, 9, 11. Он просто смотрит на самолеты, где там углы свободные, туда позапихивал. Главное скорость. Ну, а вам что? На склад главное равномерно поступает, и главный товарный разрыв не произошел, ты счастлив. Человек уточняет, вот тебя, я так понимаю, банили за дефект товарный, то есть вот это вот процент 2.94. Что делать, если предупреждают, что аккаунт может быть заблокирован? Про это ты и рассказывал? Дефект рейт. Да, фейк рейт, это вообще, ну, у меня он 0.01. Это несколько другая фигня. Там, я не углублялся в это. Есть жалоба клиента по качеству. Человек, покупатель, пишет жалобу в Amazon, что конкретный товар, вот такой-то вот осин, я купил, и он опасен. То есть, например, возгорание. Это как раз разговор, а как бороться с конкурентами. У кого есть совесть, у кого нет совести, можно вот так вот бороться. У меня одного знакомого забанили за то, что конкуренты написали про него, что он торгует подделкой. А у него собственная торговая марка, ну, в смысле, торговой марки официально нет, у него как раз вот бренд-регистр был. Просто его забанили, его как раз я в таблицу добавил твоих, вот двоих юристов, у меня они были, и Ел Кабили. И она вот его разбанила только после того, как они подали документы на регистрацию торговой марки. Ну, это просто караул. Так что дефект рейд просто делается этот, забыл, как он, не рестарт. Короче, там ничего такого нет, просто надо заполнить анкету и нажать то ли рестарт, то ли релист, во. И все, то есть напишите, что вы больше такого не будет, вы исправитесь. У меня после Нового года такая история была, точнее у многих такая история была, потому что многие возвраты после декабрьских продаж, январские продажи просели, декабрьские пришли возвраты, и причем такие крупные, кто по много покупал. Вот, и получился такой вот как раз дефект там типа. Так, по доставке пообщались. А, я хотел уточнить как раз именно по самому запуску старта. То есть ты просто набираешь отзывы, вот это люди еще уточняли, помимо товара. Уточни. Да, первично, то есть товар, пути, да, то есть форвардер дал отмашку, летит, да, на самолет. Через неделю прибудет. К этому моменту нужно иметь готовые фотографии, заголовок, буллеты, description. Ну и можно, пока он летит, уже начинать собирать эти ключи. То есть keywords должен быть заполнен. Если ты хочешь стартовать, у тебя все должно быть заполнено. Опять же, у тебя уже есть инструкция понимания товара, ты можешь заполнить все поля, которые возможно заполнить вообще в листинге. Я имею в виду те, что невидимые сначала, а которые появляются потом у тебя на листинге в результате заполнения. Ну там про гарантию, там, про особые условия по товару, материал, цвет и так далее. Куча-куча полей, блин, вкладок More Details, например, у вас в листинге, которые нужно заполнять. Amazon, если они не заполнены, пришлет очень быстрое уведомление.
попрошу больше деталей информации для покупателей. И желтый треугольничек появится у вас в инвентаре. Далее, то есть товар прилетает, начинают все кипишевать. Блин, у меня одна штучка зашла и все. Ребята, по правилам Амазона товар может приниматься хоть, блин, месяц. 14 дней, насколько я помню. Ну, они рекомендованный срок 14 дней, но мне когда-то саппорт ответил, что по правилам Амазона до 30 дней ты ему ничего не можешь предъявить. Как показывает практика, на крупных мегамощных там складах там может быть там задержки какие-то. На новых складах, которые только открылись недавно, обычно вообще без проблем. Вот нас, например, сейчас в Хезлтон перевели. Мгновенно. 1-2-3 дня. Все, товар принимается в любом количестве. Очень довольны. То есть мы раньше были в Далласе, в Техасе. До недели, блин, до 11 дней доходила приемка полностью. Сейчас он без проблем. Первый там вот у меня, первый ящик уже поступил на второй день. Шикарно. То есть это очень упрощает жизнь. Но будьте осторожны перед праздниками. Все везут товар, затовариваются, поэтому это может вырасти в неделю, в две, блин. Не надо кипишевать. Или я вижу в инвентаре, у меня, блин, заказано 500 штук, а в инвентаре приняли на склад 530. Что мне с этим делать? Ну, два варианта. Либо радоваться, да, 30 штук у вас появилось. Либо, блин, они просто пропадут через неделю, как бах какой-то. 500 привезли, торгуйте, блин. Не думайте о том, сколько их там светится. Не пытайтесь первый же месяц найти, где Amazon вас дурит. Получите репорты в конце по фулфилменту, блин, по хранению, блин, по бизнесу, все проанализируйте. Если вас там где-то Amazon не додал, что-то обманул, блин, ну, вернете эти деньги. Нет проблем. Мы сейчас, у нас сейчас сидит уже человек, да, который анализирует бизнес-репорты, вот эти все возвраты, рефанды, блин. И каждый месяц, блин, загоняет кучу денег. Возвращает нам кучу денег, которые Amazon зажилил. Это твой сотрудник конкретно? Да, наняли удаленно финансиста. Кстати, повисло видео опять что-то у меня. Сейчас. Тебя нормально? Чуть-чуть оно это самое. Сейчас я проверю, запись идет. Трансляция зависла. Все, нормально сейчас. Ну, надо люди, чтобы подтвердили, потому что я не вижу. Как там? Звук проверьте нам, пожалуйста. Все слышно, видно? Плюсиками. Все норм пишет. Дай бог тогда. Так, что там? Так. Ну, с негативом что делаешь? Негативные отзывы. Как вообще борешься? Тратишь на время свое? Давайте так. С последними изменениями Амазона. Негативный отзыв удалить из даже селлера уже практически нереально. До последнего месяца мы их удаляли без проблем из селлера. То есть отзывы о продавце... Негатив мы удаляли со 100% результативностью. Один только случай был. Барышня беспритрушенная, кришнаитка какая-то попалась. Она не шла на диалог, и мы ничего не смогли с этим сделать. То есть у меня до сегодняшнего дня 645 отзывов в селлере, один негативный. Вообще, негативные отзывы можно удалять, если там ругательство. То есть на сегодняшний день. Нарушение правил Амазона. Да, то есть, ну, Амазон уже поменял структуру отзывов и приравнял отзывы к продавцу, как отзывы о товаре. То есть шара заканчивается. То есть не надо на нее рассчитывать, надо работать над продуктом. Но я не защищаю американцев, там притруженных хватает, которые больные на голову. Но наберитесь все своего терпения, привыкайте с этим жить. Надо быть любезными даже с идиотами и с дебилами. Потому что, как показывает практика, эти же дебилы потом тебе и напишут очень хороший пятизвездочный. Не все, но напишут. Я скажу так, у меня сейчас была атака конкурента в апреле, лупашили негативом так крепко, так серия где-то, зарядили где-то 15 отзывов на товар. Причем кучно лупят по 3-4-5 в день, очень тяжело с этим бороться. Органика у меня заходит там тоже там, 5-7 в день, органики. И получается, чтобы один негативный отзыв перекрыть, надо хотя бы 4-5 верифицированных пятерок. А если у тебя заходит куча пятерок, то это 25, где же ты их возьмешь в один день, органики столько не будет. И поэтому при этой серии, когда она затяжная, там 15 отзывов 3 дня подряд, то пару-тройку десятых можно потерять, даже на таком уже крепком товаре, как у меня, там 600 отзывов. У меня был стабильный 4,6 рейтинг по звездам, сейчас 4,4, и пока не получается вернуть. Докупать на эти товары отзывы как-то глупо уже, то есть они органически всем нравятся, хорошие, то есть...
Ждем, пока органика победит. Но опять же, до атаки. Если еще повторится вторая атака, то придется докупить 20-30 отзывов. Ну, это просто как раз разговор о бюджете. Что в любом случае, сколько бы ни зарабатывать, всегда надо иметь в виду, что ухо востро надо держать. Потому что реально это... А, кстати, отзывы какие? Верифицированные идут или неверифицированные? Сугубо верифицированные. Я уже обжегся с неверифицированными. Они все практически удалены уже. Поэтому на сегодняшний день только верифицированные. Больше того скажу. Два дня подряд мне сообщают ревьюеры, что возвраты идут. Или Amazon сейчас в ближайшее время выкатит новую приблуду какую-то по отзывам. Из 10 заказанных отзывов у стабильных, хороших ревьюеров 7 вернулось с модерации. Не пропущу. Ну, у нас поэтому... вот на днях мы делали 3 вернулось из 10. То есть 7 прошло, 3 вернулось. Ну, то есть да, там в любом случае работа идет полным ходом, короче. То есть, если люди сейчас, которые смотрят, еще не запустились, вы имеете в виду, то, что мы делали летом, то, что мы делали зимой, и то, что мы делаем сейчас, совершенно не факт, что вы будете делать с 1 июля. Вот, потому что это просто пипец. Из-за этого там обучение, не обучение, надо реальным временем. Вот реальное время – это актуально. Через месяц, через два – это не актуально вообще. Когда я только начинал, я этого не мог понять. Сейчас я просто даже других вариантов просто не вижу. Объединят фидбэки с ревью. Да какая нам разница на самом деле? Раньше просто для дропперов имело значение это фидбэк, а для приват-лейбла это ревью. Ну, что сейчас будет, не знаю. Ну, где вы берете, мы уже об этом рассказали. Берем через фидбэк. Через фидбэки. Все по-разному. Они имеют, наверное, за покупные. А, ну, есть люди, как бы, сервисы. Вон у нас там в шапке группы. Мы, в принципе, это делаем. Кто-то еще это делает. Так что есть люди. Так, что тут интересно еще было? Инспектора, как проверяешь? В начале первой партии постоянно проверяешь? Постоянно. Проверяем все партии, уже даже с той фабрикой, которой мы уже там встречались, уже в десна целуемся, все равно проверяем. И без уменьшения требований. 100%? Жестко, как в первый раз. 100%? Нет, у нас правило такое. 30? Партия 1000 штук, мы берем 30. Угу. И смотрит инспектор. Если качество 100% хорошее, можно дальше не проверять. Если мы видим из 35 хотя бы дефектных, мы берем еще 20 дополнительных. Считаем процентное соотношение, если увеличивается брак, добавляем до сотни. Доходило до того, чтобы всю 1000 пересматривали. Ну, были такие случаи. Понятно. Особенно вот последний раз меня вставили с упаковкой. Повреждение упаковки, стандартный брак был с фабрики. Всю 1000 пришлось остановить. Разупаковать упаковку, не знаю, не вернули на фабрику или нет, но недели потеряли, блин, ждали новую упаковку. Ну да, потому что потом мучиться, просто кто не понимает, когда такие объемы идут, это просто вообще повеситься можно. Если вот эти, да, претензии вот эти пойдут и в Китае, это не проверишь, то потом можно наесться по полной программе. С бракованными товарами. Так, какое? Какие закрытые группы американские? Не знаю, есть какие-нибудь закрытые группы? Американские. О чем? Не, американскими группами я не пользуюсь и вам не рекомендую. Потому что можно нарваться на агента Амазона, которых множество в сети. Да у нас это было. У нас это было. Аккаунта и все. Похоронили весь бренд. Я ревью-группу, да, ревью-группу закрыл тогда. Как раз я удалил реально человек 5. Прям написано в цвет даже. Работника Амазона просто. Но это действительно их очень много. Неверифицированные не используют, он говорит. Вы расскажите, как... Блин, улетел. Вы расскажите, как продукт запускаете. Сколько отзывов на старте, раздача, реклама, раскрутка ключей. Ну, в среднем, я же говорил, 30-50 отзывов у меня в моей нише должно быть для запуска PPC. Потом я запускаю автомат на агрессивном... Ну, то есть я вообще сторонник агрессивного входа, если конкурентная ниша. То есть я ставлю... ограничитель 5000 баксов в день. Я ставлю $20 со старта за клик, но я не сплю первый день. То есть в онлайн контролю каждые полчаса, каждые 15 минут, что происходит. Ну, как, по мере того, как обновляются данные. Оно в онлайне слабо обновляется, но хотя бы приблизительно понимание есть, жор идет или не идет. И да, это очень затратно, но на сегодняшний день я просчитал, мне это выгоднее, чем потом теряю я время. То есть, если в день зарабатываешь там
штукарь, да, то ты должен смотреть, если ты 100 лишних баксов на рекламу нового товара потратишь, то это нормально. Если ты зарабатываешь там 100 долларов, то, конечно, ты будешь сжаться, смотреть там уже 10-20 долларов. Ну, все в математике, ребята. Надо, блин, заниматься это. Надо понимать, какая ниша, если она конкурентная, денег будет больше потрачено. Если малоконкурентная, меньше. Если ниша, грубо говоря, там стоимость товара очень высокая, тоже опять. Все надо на затраты считать, я тоже так считаю. Я считаю, каждый человек должен для себя взвесить, сколько процент, какой процент выделяется на резерве, какой процент на форс-мажорную, срочно надо заказать новую партию. Ну, пошла продажа, ну, вот резко всплеск. У меня были такие всплески, когда в два раза увеличилась. За три дня товар вырос в два раза продажа. С 50 до 100 штук. Без что с этим делать? Срочно надо бежать заказывать, мало того, предлагать китайцу взятку доллар за штуку, блин, чтобы он там в производстве жил. И тебя не за 30 дней, а за 20 произвели. И не допустить ни в коем случае товарного разрыва. Вот для чего нужны финансы. Вот почему, блин, пишут, блин, вы у вас оборот 170 тысяч, блин, а вы сидите на съемной квартире с помятыми шторами. Да, ребята, я трачу, блин, на семью, блин, 1000-2000 долларов в месяц. Блин, остальное все в обороте сейчас. Я не покупаю машину, блин, потому что это, блин, тупо заморозит там минимум десятку, пятнадцатку, я на говне ездить не буду. Это я рассматриваю литовский вариант, да, там на литовских номерах. А если растаможит, то это тридцатка зелени заморозит, да? Зачем? Все в обороте крутится, ну, здраво, да, то есть надо оценивать риски. Я рисковый человек, потому что я был в высокорисковых бизнесах, я знаю цену этого риска. То есть должен быть дома резерв какой-то, конечно же, на все случаи жизни, как меня учил какой-то товарищ. А если ты заболеешь, говорит? А что делать? Должны быть дома деньги, чтобы срочно тебя привести в чувство. Поставить на ноги или хотя бы, чтобы голова работала, бизнес не развалился. В нашем случае это критично, потому что все настройки рекламы, блин, и все, блин, контроль за ней, это на мне висит. Почему мой партнер очень за мое здоровье сейчас переживает, наверное, больше, чем моя мама? Потому что, блин, оно действительно критично. Если со мной, не дай бог, чтобы голова, главное, чтобы работала, кнопки нажимать на компьютере. Такое, блин. Давайте еще вопросы. Сложный я не вижу вопрос. Просто. При расширении линейки однотипного товара, есть ли смысл новый лизинг заполнять одним и тем же описанием лизинга проверенного или хорошо зарекомендовавшего себя и втыкать одни и те же? Тут меня прыгает. Я понял вопрос, ну вам же надо это, блин, адекватно оценивать, что вы же будете сами с собой конкурировать, если точно так заполнить. То есть Amazon проиндексирует точно так же, те же самые ключи попадут в индекс, так же самое будете в рекламе, блин, задалбываться каждый день, вспоминать, а на том товаре PPC сколько за клик стоит, доллар 20, да, а на этом тоже доллар 20. Блин, ну нельзя так, постарайтесь, блин, креатива поменяйте местами хотя бы слова в тайтле, блин. Буллеты чуть-чуть перепишите, блин. Добавьте низкочастотников, которых не было в том товаре, среднечастотников. Займите еще одну нишу. Это же тоже ваш товар и тоже ваши деньги. Собирайте с разных корзин денежку, а не с одной, блин. Одна корзина имеет свое дно. Я, например, в своей нише уже его почувствовал. Что есть приблизительное количество штук в день, которые все вместе продают. И вот если ты, блин, заводишь новый товар по тем же ключам, то ты сам из этой корзины начинаешь черпать. Вопрос, у кого ты черпанешь? У своего отгрызешь бок у своего конкурента или у себя же? Если оставишь все одинаково заполнено в листинге, то у себя будешь грызть бочину. Это факт. Ну, может, что-то где-то случайно отщипнешь у кого-то, но в основном то будешь грызть у себя. Это вот мы сегодня с Денисом обсуждали вариации. Вариация товара по цвету, блин, есть большой шанс, что у себя будешь грызть от основного цвета. Потому что, ну, это очевидно. Основной цвет уже раскрученный, он вышел в топ, трафик идет на этот товар. Но человек зашел, увидел, о, здесь есть другой цвет. Вот, он мне больше нравится, чем черный. Окей, купил. Все, минус один, одна покупка черного цвета. И минус конверсия. Да, минус конверсия по черному цвету. Вы должны быть к этому готовы и адекватно оценивать мощность основного цвета. Если у вас довольно-таки мощная позиция уже в этом, бестселлер, вам без проблем можно заводить вариацию. Но что-то меняется, потому что я уже даже у своего конкурента, самого мощного бестселлера, увидел, он тоже завел отдельные страницы. По-видимому, он тоже это увидел. Первую вариацию он завел, чайлдом завел, а в третью уже завел отдельным листингом. То есть он что-то себе понимает и что-то думает. Хотя, блин, он практически идентично заполнил листинг. Ну, там пакистанец хозяин, поэтому я думаю,
не заморачиваться особо. Так, там люди пишут. Следующий вопрос у нас тут. Ну, ты купонами вообще пользуешься? Я вот не пользуюсь. Не, уже не пользуюсь давным-давно. Да. После того, как у меня со склада выняли 110 штук за час, блин, я больше никакими раздачами бесплатными, никакими купонами скидочными не пользуюсь. Да. Единственное, я вкладываю в коробку купон одноразовый для покупателей. Скидка на следующую покупку. Угу. Это, ты его печатаешь. Какая у тебя сумма скидки? Я 5-10% больше никогда не давал. Все понятно. Это приятно, людям приятно и так. Ну, он ничего не сделал, а уже получил. Обычно это хорошо работает. Ну, купоны стоят напечатать, там, по-моему, 4 цента штучка обходится. Партию себе берешь, там 2000 купонов. Это хорошо работает перед праздниками. За 2-3 месяца до праздника. Есть в этом отношении тема печатать на упаковке купон. Прям да. Реально. Прям нормальная тема, то есть она именно... Я не говорю, что ее в листинге вытаскивать, ну так, вот, аккуратно там, типа на третьей фотографии. Но это реальная тема. Есть люди, которые так делают, чтобы на купоны не заморачиваться. Просто бак сбоку, там, я думаю, купон. Дизайн. Да, дизайн, там, раз, вот, забивайте купон, получите скидку. Понятно. Ну, здесь вот такие банальные вопросы. Что лучше, запустить 5 товаров, 10-20 продаж или один товар 100-150? Все зависит от кучи показателей, объективно. Да. Объективно лучше 10 товаров. Да, согласен. Но вы должны осознавать, что вам придется потратить 10 раз больше усилий. Ну, человек может спрашивать, там, Black Mask думает запустить или там что-нибудь там типа этого. То есть там как раз по 100-150 продаж, но непонятно влазит. Но смотрите маржу. Если маржи нет, соответственно, неинтересно. Если хорошая маржа, если хороший тренд, трендовый товар, ну почему сливки не снять? Можно и попробовать, надо просто смотреть. Опять же, 100-150 товаров в день, да, сколько надо запас? Это не с 1000 даже идти туда надо идти. То есть вы на старте должны ввести минимум 3-5 тысяч из каю и рисковать этими деньгами. Просто там больше делать нечего. И плюс вы еще на продвижение потратите тоже не 500 долларов, а вполне возможно там 5000 долларов. То есть вы уже рискуете совсем другими деньгами, правильно, чем ты по 10 товаров, по 10-20 штук где-нибудь будешь продавать. То есть это пропорционально совсем другие деньги. Mm-hmm. Так, Артем, вопрос по вариациям. Эксперты говорят, что чем больше цветов товара, тем лучше для клиента, товар будет лучше. Какие эксперты это говорят? Где написано? Я не знаю. Да. А кто эти эксперты? Имена есть какие-то? Да, я хочу с тобой познакомиться. Мода, вот я могу вам сказать, полгода я еще ни одного человека не встретил в здравом уме, обычного человека, который торгует на Амазоне, который скажет, что я могу, вариация это хорошо. Я думаю про вариации это хорошо где-то, наверное, до октября месяца. Было несколько прецедентов, и мы определились точно, что вариация – это плохо. Постепенно разобрались, посмотрели, и теперь стремимся работать без вариации. Вариации в основном подключаем когда? Когда у вас есть топовая классная позиция, которая продвигается, вы понимаете, что вы дна еще, ну то есть все не выели, и конкуренты, например, вы торгуете черным, у вас круто продается, а конкурент рядом розовый. И гипотетически, можно на это, ну должен у вас жесткий паровоз быть. Вот, только в этом случае подцепляем. Бывают отдельные листинги вместе собираем в одно. Но это такие редкие случаи, проще отдельным листингом идти. Что так, еще там? Бывает с кликами, да, рекламы Амазона. Финансисту бы вы дали доступ отдельно к своей этому. Ну это нормально, это любой человек, который будет у вас заниматься всем чем угодно, ему дает какой-то ограниченный доступ. Мы вот в группе запускаем товар, мы сейчас у нас, соответственно, 3 учредителя, грубо говоря. Каждый занимается своим делом, у каждого просто будет доступ, да и все. То есть вот у нас в нашей группе. Так, значит, бывает с кликами рекламы по Амазону у тебя? Да, было. Я даже постил в группах. Но как-то так, я жалобу написал в Амазон, скриншот он наделал из этого, из репорта. Они мне прислали отчет, что у нас есть автоматическая система, которая борется с кликиванием. Подождите 3-5 дней. И перезагрузите свой отчет. Да, я через 3-5 дней перезагрузил отчет. И вот этот лишак, было перекликов у меня что-то, 150 долларов лишних. Они убрали их. Ну, то так есть, что Amazon работает в любом случае. Да, да, они работают. И там не человеческий фактор. Там у них робот стоит, это все дело чехлит. Так, по поводу инспектора. Уточняет, сам едет на фабрику или вы отправляете сначала на его адрес в Китае? Если все окей, то он перенаправляется на Amazon. Ну, короче, ну, конечно. В частности, все новые товары, которые мы... У нас уже не инспектор, у нас уже представитель компании, то есть мы его официально на зарплату взяли ежемесячную.
То есть все сэмплы собирает у себя, щупает под мои требования, видео мне снимает. Я стараюсь через видео понять качество, задаю ему вопросы. Тестирует, если мне надо, да, там какие-то, если что-то можно протестировать. И первичный отбор товаров делает он у себя дома. То есть вот последняя закупка была 16 штук, 11 поехало в Украину. То есть 5 было забраковано первично уже инспектором. И из 11 2 мы только выбрали в работу. То есть, ну, вот такой процент. Что касается партий, то партии, ну, по старым товарам какой смысл высылать? То есть там уже устаканилось все. Выезжает сразу на фабрику. Было пару таких инцидентов, что он приехал и зря. То есть фуфловая партия. То мы жестоко провели разговор с китайцами, они заплатили за этот выезд человеку сами. Понятно. Сколько он примерно зарплат получает в месяц? Сколько времени тратится вообще на это все? Пока двушка, платим 2000 долларов ему плюс затраты на бензин. Понятно. Как, пионером пользуетесь? По оплате вообще? Не, мы с самого начала пионером не пользуемся, у меня аллергия на пионер, блин. Из бытности еще моей, когда я его к PayPal пытался привязать, и он слетал раз 10 за месяц. Угу. Я торговал на eBay там коллекционными вещами, то есть еще, ну, частным характером, это не бизнес было, так просто хобби. И вот я с пионером тогда еще столкнулся, как единственно доступной, хорошей там в Украине там системой. Но вот супруга не даст соврать, она лично занималась. 10 раз мы привязывали, он отваливается. Мы привязываем, он отваливается. И в итоге, когда мы пришли к Амазону, я своему партнеру сказал, пионер, та забудь, никаких пионеров. Он просто летел в Штаты, открыл счет на физика, и все. Мы в американском банке сразу на физлицо открыли счет. И с самого начала только так и работаем. Понятно. Там был период, там есть лимит установленный, там ежемесячный, да. Когда мы его превысили, нам сбортанули, остановили отправку денег. И он еще раз, неожиданно это для нас было, он забыл просто за это. Вылетели, получили код. Там есть банковский код специальный, надо подать было за час, там он заполнил кучу бумажек. Они отправили куда-то там свой финансовый мониторинг. Через там 2 недели, по-моему, пришел этот код, и нам разблокировали счет, и пошла работа. Но после того, как мы получили этот код банковский, лимит увеличили до 250 тысяч по счету в месяц, и сразу же был предложен овердрафт. Понятно. То есть 10% от оборота. Какой процент уже... сейчас там? Кредит? Да. 3,7. Прикольно. Смешные деньги. Овердрафтом один раз даже воспользовались. Очень круто. Выручает, когда вот этот финансовый разрыв. Когда и в товаре зависли, блин, после новогодних праздников, партию не рассчитали. И, блин, это... Еще с Амазона деньги не... Ну, то есть взяли овердрафт, 30-ку, блин, там, крутнули ее. 3 дня она нам понадобилась, перекрылись. И очень классно. Аккаунтов один? Да, аккаунт один, но я думаю, при моей поездке в Америку, я пока визу делаю, я сделаю еще пару счетов и будем это увеличивать количество аккаунтов. Опять же, ради диверсификации. Все правильно, нивелируют риски. Да. Я не буду, вот тут многие люди пишут такие вопросы, типа там, пользуйтесь пионером, там, как торгуйте с китайцами, чтобы снизить цену. Как и все, как всегда, все зависит от объема, если вы интересный китайцу клиент, он, соответственно, с вами будет вести переговоры. Если нет, ну... Это... Я могу только прокомментировать коротко. Не старайтесь получить лучшую цену при партии 500 штук. Да, вы должны проговорить первично, а сколько будет цена, если я буду брать 1000, 2, 5 и зафиксить у себя на бумаге. И желательно так зафиксить, чтобы он видел это, что ты записал. Да, и в скайпе, потом, когда вы придете уже к этому, вернетесь к этому разговору, ты скажешь, а ты мне говорил вот такая-то цена. Да, просто где переговор ведете в скайпе, это или в чате, или в Alibaba, грубо говоря, просто прописывайте это все, да и все. И там все ясно и понятно. Да. Так, вот проблема как раз, Артем. Проблема, да, с банком на физика. Нет проблем? Часто закрывай счета, если как бы банк нет, не приносит никаких деньги. Никаких проблем нет, потому что с самого начала было правильно все в банке сделано. То есть подали полный пакет документов, даже чересчур полный, который требовал банк. Это непростое открытие счета. В Америке, Банк оф Америка проще открыть счет, чем Фарго. Но банк Фарго, он старый, материнский. Если с самого начала они тебя задал, будет по полной программе. Но если ты им все дал, как они просили, после этого вообще никаких вопросов. Единственный, ну, такой
неприятный момент, онлайн-банкинг как таковой, блин, хромает. Все по телефонному звонку по старинке делается, потому что банк старый. То есть мы звоним физическому менеджеру, называем код определенный и диктуем ему платежку. Он при тебе набирает. Сейчас потом... начнется. Артем, дай код, ё-моё, как обычно, тут он. Жду вопросов, да? Да, да. Дай код погонять. Ну, поэтому банк хороший, нам нравится, то есть задалбывали. Вот я же говорю, одна проблема была, что мы забыли о лимите, и просто, когда перевысили этот лимит, постарались отправить выше лимита, нам пришло уведомление и поступил звонок с банка. Все, быстро, оперативно партнера снарядили в командировку, слетал в Штаты, все это дело решили. На сегодняшний день, я не знаю, нам очень хорошо, удобно. Там вот они спрашивают, когда такие обороты, вот просто, вот и я тоже, честно могу сказать, фирму они не предлагают или как-то, то есть вот это вот все, откуда деньги идут, то есть они это вообще, как вот, объясни, логика их, я вот не могу понять. Мы тут деньги смотри, снимаем. Они тебя воспринимают как физлицо, не резидент, то есть иностранец. Угу. И они с самого начала по умолчанию, как законопослушные граждане, предполагают, что ты налоги будешь платить у себя в стране. Ну вот да, в принципе, да, у них это априори, как бы они не задумываются когда, вообще об этом. Когда ты без проблем прилетел в Америку открыть вот этот финансовый счет, заполнил без проблем все документы, они считают, что ты не прячешься, не шифруешься, никаких проблем не создаешь, 50 баксов за платежку платишь, блин, что ты хороший клиент с хорошими оборотами. Че, они наоборот тебе лимит увеличат, давай еще больше денег в наш банк. Ну и да, все. Логично, в принципе. Ну просто мы не знаем, мы здесь не понимаем, как здесь работает у нас система, а как там вообще. Ну, логика понятна. Ну почему компанию не открываешь, мы с самого начала сказали, потому что еще не доросли, потому что это накладные расходы и все дела. И опять же, вот сейчас только что сказали, они подразумевают, что мы здесь налоги платим, мы тоже подразумеваем, что мы здесь платим налоги, все как положено. Вот, а в Америке подразумевать не получится. Так что здесь уже совсем другая история. Да-да. Так, опять вихри пошли, а-ля и так далее. Нам это все уже пройдено, как бы, все понятно, никто толком сейчас не работает. Не было негативных отзывов из-за использования автореспондера. Слышали? Не было. Не было. Все четко. Так, в нише вылез на первую страницу конкурент с листингом, где-то 230 отзывов и фото вообще о другом товаре. Это что, новая фишка? Раскрутить листинг в неконкурентной нише, а потом перейти в другую. Такого ни разу не слышал. В принципе, да. То есть это один из способов стать, получить бестселлера быстро. Выбирают смежную нишу, даже не близкую к твоему товару, включают вихря, включают раздачу под отзывы одновременно. То есть комплекс мероприятий проводят, вылетают на бестселлера быстро и меняют категорию. И пошел, скачет. Это такой тип продавцов, которые, в принципе, не парятся за качество. Ну, я честно могу сказать, я здесь не услышал про бестселлеры, я понял. Но что-то здесь как-то это самое, а потом перейти в другую нишу. Ну, у меня, короче, такая история была. Вот если, например, вот из этой серии история была такая. Мы не успели бьюти открыть, пошли через Home & Kit. И охеренный день, ну, приличные деньги вложили, то есть там под сотни отзывов, много всяких дополнительных действий. И, короче, никак не пробивалось вообще там. Без индусов, правда. И в конечном итоге, когда открыли бьюти, просто товар взлетел. Реально. То есть, как бьюти открыли, по огромному количеству ключей, по которым мы продвигались, не могли продвинуться. То есть, она как блокировка стоит. То есть, для Home & Kit ты там не можешь, грубо говоря, показаться. Нигде. Вот. Как только бьюти открыли, практически десятки. Может быть, это какой-то турбо такой был. Может, действительно. Ну, не знаю. Сложно сказать. Хватило бы нам наших ресурсов так продвинуться сразу, если мы были сразу в бьюти. Я не знаю, то есть. Тяжело понять вас. Что еще там? Так, а как PayPal открывал на американский адрес? Да ну это не проблема. Куча друзей в Америке. Блин, это можете загуглить. Это такая легкий вопрос. Давайте что-то серьезное касается Амазона. Ну, какие документы запрашивал банк? Мне кажется, каждый банк будет спрашивать различные документы у каждого человека. Ну, я написал, все на физика, доходы в Украине показать и декларацию, как ты платишь налоги. Категория открытая, торгую. Самая-самая открытая, что ни на есть. Самая лютая, блин, страшная категория, наверное, есть многие, блин, там единицы их таких. Влез на свою голову. Ну, уже, блин, нравится драйв.
вверху. Алексей Мороз, я не знаю, то есть, да, он вверху первой страницы БСР 1400. Ну, он имеет в виду, я, короче, я так понимаю, он имеет в виду, Алексей, о том, что вывели товар они в топ. Туда попадают, нет, конечно. Нет, как вывели товар в топ с непонятной фотографией, с другой ниши, то есть, ну, короче, электроника, куда-нибудь они с трусами вышли. Я не знаю, может быть, еще что. Может быть, вообще тестируют новую стратегию продвижения индуса очередную. Вот, мы тут гадать сложно. Так, что еще? Вопросы давайте, потому что ну, будем закругляться, если не да, будет вопросов. Да, да, да. Давайте последний вопрос. Какие мысли по поводу а-ля вихрей? Ну, какие мысли? Ну, мы уже озвучили с Денисом, ожидаем. То есть, пока еще колбасит. Ждите ответа. Изменения не пришли, не прошли полностью. Мне подтвердили из многих источников об этом. То есть пока не устаканятся изменения все полностью, не обновится алгоритм, нет смысла продолжать разговор о вихрях. Это слив денег. Можно слить кучу денег, получится, а можно слить кучу денег, не получится. Потому что ситуация нестабильная. Я вижу по своему товару одному. БСР 1200, на следующий день 600. Без видимого увеличения количества продаж. Ну, это просто так не происходит. Это глючный баг какой-то идет в результате изменения алгоритма. Сегодня это 800. То есть вот такое вот колбасит. Пока колбасит алгоритм, нечего. Никто не знает. Потому что, насколько я знаю, этот алгоритм придумывает даже не Amazon, а он нанимает компании, которые этим занимаются. Конечно. Никто этого не знает. Когда устаканится, тогда устаканится. На данный момент есть проблески. Мы уже говорили, кто, в принципе, даже что-то делает. Так что обращайтесь, смотрите. То есть тут уже посмотрим. Мы ждем. От нас ничего не зависит. Вот. Так что Walmart не планируешь? Нет, Walmart меня отбили. Желание есть, опыт успешный у людей выхода туда, но они очень недовольны продажами. Понятно. Я планирую ритейл. Ну, Walmart это один из многих, да. В офлайн продажи, короче, выйти, да, в американский. Есть уже. Вайбай там всякие, вот это вот имеешь в виду. Да, да, то есть много сетей есть, которые с удовольствием примут мой товар, но там сложный вход. Понятно. То есть надо. Ретро-бонусы понеслась она. Сейчас... Через знакомых, короче. Понятно. Шли вопросы. Я как раз работал с этими ритейлами. Ладно, у нас тут еще вопрос сейчас с возвратами делают. Как там с китайцами, брак там туда-сюда. Смотрите, по возвратам. Мы договариваемся с китайцами, что возврат компенсирует в 100% объеме по дефекту. Причина возврата – дефект. 100% без возврата дефекта на фабрику. Понятно, если товар не сильно дорогой, то нет смысла. Пересылка в Китай будет стоить столько же, сколько то, что ты поломанное отправляешь. Отчет, ну, вернее, количество дефекта определяется на основе отчета Amazon. Все выгружаем этот fulfillment, рефандовый этот, как он этот репорт, отправляю китайцу, помечаю ему оранжевым там фломастером, вот это дефектные. И он для меня в 100% объеме это компенсирует. Так на всех новых фабриках мы договорились. То есть китайцы адекватны, в принципе. Если оно по их причине, то ну, не буду за всех говорить, но вот мы три новые фабрики сейчас завели, то со всеми договорились на точно такие же условия, как и на старых. Все, что осталось на Амазоне дефектное, оформляем, утилизация автоматически. Два раза в месяц Амазон утилизирует. И все. Серьезно. Не парится. С преп-центрами мне некогда этим заниматься. Если я буду физически находиться в Америке, там, то я, наверное, заморочусь этим делом. То есть буду принимать дефектные, посажу какого-то мексиканца, который будет заглядывать вовнутрь, смотреть, что там поломалось. Но опять же, если это будет целесообразно. То есть с целью перепродажи, например, на eBay. Ну, и мелкого ремонта и перепродажи, как и бэушного. Ну, это, я думаю, на тот момент мне уже это будет впадло этим заниматься, честно. Посмотрим. Что есть? Там про инструкцию говорят в электронике. Но тут в любом случае у всех свои проблемы, понятно. Что с инструкцией? Ну, вот пишет, есть... Так, у меня электроника. Есть покупатели, которые, не разобравшись в инструкции, делают возврат с пометкой, ну, поврежденной. Возврат... Да ну, забейте на него. Ну, блин, если он, блин, вернул уже товар, он уже вернул его. Он просто причину нашел, да и все. Либо можешь с ним списаться просто, уболтать его, чтобы он убрал, если он негативно писал, уболтать его, убрать негативы, сказать, давай еще раз возьмешь, или отправьте ему бесплатно, получите еще пятерку за это. Ну, решайте сами. На самом деле,
Все, что уже возвратилось, рефанд, то есть тут уже надо решать, что с ним делать. Если есть рефанд без негативного отзыва, игнорить его точно нельзя. Я делаю шаблонную рассылку писем с целью выявить причину возврата. Тем самым повышаю контроль качества продукции. Из них там процентов 10 получается там, выявить, что там действительно какая-то серьезная была проблема. Мы высылаем им бесплатно образец и получаем позитивный отзыв. То есть это еще дополнительный этот инструмент получения позитива. Так, тут люди уже, я думаю, подытаживать можно. Тут как раз спрашивают, что будешь делать с заработанными деньгами, но я думаю, сейчас пока об этом рано говорить. Вот, не те обороты, ну, не да, только... Я поставил себе цель переехать жить в Америку. Но на этом все сейчас вокруг этого и крутится. В Америке жизнь не дешевая, поэтому все будут ресурсы направлены на покупку какого-то физического бизнеса в Америке, чтобы там устаканиться. Потому что, как показывают беседы с иммиграционными адвокатами, бизнес на Амазоне не дает права на грин-карт. То есть этот бизнес не подходит. Поэтому нужно будет искать какой-то физический бизнес, тратить на это деньги, чтобы узакониться и быстрее получить грин-карт. Ну, это один из путей. Все ясно. Так. Не хочу через беженство идти, там, через всякую херь. Подытожим. Давай, значит, у меня основной такой последний вопрос, я вот смотрю. Критерий выбора товара. На твой взгляд. На мой взгляд, я же говорю, товар должен, первое, нравится тебе самому. Вы должны видеть похожие, успешно продающиеся товары на Амазоне. Что такое успешно продающийся? Продавцы с высоким BCR похожие товары продают. И у вас есть понимание, как сделать этот товар либо лучше упаковку, либо лучше улучшить товар без, это, без особых затрат. Да, поменять цвет, вот поменять, некоторые говорят. Блин, это можете попасть в задницу. Вот есть пример. Ребята, которые учились в Sales Hub, да, они ко мне подходили, рассказали, про какой товар они заводят, обнаружили, что это точно товар, такой товар, как у меня. Они заходят точно в мою подкатегорию, и они даже его производят на моей фабрике. Я им говорю, пацаны, я не боюсь конкуренции, у меня уже там 600 отзывов, у меня по барабану все новые конкуренты. Но вы вкиснете, у вас нет денег, у них десятка денег было на руках. Вы погибли сразу. Нет, мы так решили, у нас прикольное цветовое решение, такого еще нет. Говорю, пацаны, цвет черный. Я им подсказал. Ну, они не послушали меня, взяли, конечно, за основу черный цвет, добавили золотого. Им показалось, что это красиво, да? И зашли. И я за ними так изредка наблюдаю. Вот они недавно влетели в товарный разрыв. То, что я им и говорил. Денег не успеете с Амазона еще заработать, а на следующую партию у вас уже нет. И они допустили, опять же, самую главную ошибку. Они запустили на 500 штуках вихря. И с ускоренным темпом вылетели. Причем в аут они вылетали, у них уже 1200 BCR был. А зашли сейчас, они, блин, 12 тысяч не могут зайти. То есть в 10 раз ухудшились позиции. Вот вам результат. И плюс так неудачно зашли, что еще и вихри перестали работать. То есть попадало полное. Ребята слили десятку, в моем понимании. Может там вяло идут какие-то 1-2-3 штуки в день. Но это не бизнес в моей категории. Тут десятками продаваться должно, сотнями, блин, но не 2-3 штуки в день. Денег их много в этой нише. Но, ребята, риски вы должны осознавать. Но он Денис сказал, минимум 30 косарей должно быть. Минимум. Это если товар недорогой. А, ну, блин, спрашивайте, сколько в обороте. 200 тысяч уже в обороте, этого не хватает. То есть все должны это оценивать здраво. Если ты хочешь быть успешным в этой нише электроники, иметь тоже много денег, инвесторских. У нас не было столько денег, мы привлекли инвесторские деньги. Но, блин, оно того стоит. А если, блин, вы не уверены в том, что вы адекватно оцениваете, как вы можете, как вы будете двигаться без вихря, то я бы не брал денег у инвестора. Да в любом случае, любые деньги в плане инвестиций надо понимать ответственность. Вот, из-за этого... Чтобы мы тут не придумали, какие бы у нас ни были товары и какие бы ни привлекали инвестиции, надо иметь опыт, знания, вот, и постепенно к этому идти, а не сразу вот раз и, грубо говоря, вкладывать в это деньги. Потому что, да, можно своими рискнуть. 10-20 тысяч долларов, дело не в этом. Вы должны понять, в принципе, математику закупки. То есть смотрите, продажная цена, закупочная цена, обороты на первой странице хотя бы. Тык-тык-тык-тык-тык, посчитайте, посмотрите, сколько производят, опять же, сколько времени доставка.
И все, и у вас, скорее всего, окажется, что вам надо три товарных остатка иметь. Один производится, один едет, и один на складе, грубо говоря, в Амазоне. То есть, если у вас хорошие продажи, я имею в виду. Вот, и чтобы оборачивать деньги, опять же, у новичков, у всех остальных достаточно долго приходит. Так что так. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Будь у тебя желание, напиши мне. Еще проведем людей. Сегодня, мне кажется, у нас рекорд был по посещению. Что-то там под 180 человек, аж, по-моему, видал. Вот. Ну, если сейчас люди подтвердят, что они хотят это действительно продолжать, там отреагируют как-то на это, то никаких проблем мне. Там раз в месяц не проблема вытащить там 2 часа времени, там посидеть, пообщаться. Главное, чтобы у тебя это время еще было. Да, у меня пока на данный момент время есть, я говорю, я тоже, как ты говоришь, это помощник, который надо, я уже не знаю, периодически смотрю, так сегодня, уже вечера нет вообще своего, я то есть, видишь, хочется на автомат все это поставить, чтобы оно само работало, люди рассказывают, особенно бывает же, есть люди, которые просто обращаются, например, с какой-то услугой, реально полезной, то есть, я предварительно как бы прорабатываю, даже бывает пробую, но хочешь, ну, человек сам расскажет за себя, то есть, я тут не нужен, я все равно приходится как-то это вести, все-таки там какие-то вопросы наводящие спрашивают. Очень многие, не продавая на Амазоне, не могут предложить ту услугу, которая нам реально нужна. Они хотят предложить услугу, но они не понимают, что нам надо. Вот, его приходится периодически направлять. Ладно, мне было очень приятно. Думаю, вот народ тоже благодарит. Вот. Да, ребята, спасибо, что были. То есть, ну, в принципе, я вижу уже реакцию, можно будет повторить. Да, соответственно, у нас сейчас 18 мая, так что в июне на форум что ты пойдешь, перед форумом где-нибудь, потому что там после пообщаемся, будут вопросы. Может быть, кстати... Ну, я еду, у нас в Украине проводят еще один форум, как оказалось. Львов? 8 июня во Львове. Да, и я могу, и меня пригласили туда спикером там на 40 минут выступить. Могу по результатам, в принципе, посещения этого форума, в принципе, можем провести лайв. Да, я поделюсь впечатлениями, что там было. Да, и ребятам, я думаю, тоже они самые интересные, и нам интересно, что, потому что доехать, вот реально, я не то, что там хочу или не хочу. Если бы это у меня в городе было, я даже не рассматривал вариант. Просто если мне ехать там, вот реально, мне на самолете, мне надо лететь из Саратова, например, в Москву, из Москвы в Минск, а из Минска в Киев, и обратно. Ради одного, это как до Америки, наверное, лететь, и по деньгам получится, с этими перелетами и со всеми делами. И в плюс еще в придачу это ради одного дня. То есть надо тоже понимать, люди работают, как бы своих дел тоже достаточно. Еще в придачу вот этим заниматься. Вот, так что кто там рядом, вот, пожалуйста, люди там организуют. Вообще, я говорю, Украина молодцы в этом отношении, конечно. Я не знаю, у нас вообще ничего нет. Тут интересно даже, кстати, напишите эти, из каких стран вы, откуда. Тут людей сегодня много. Да, я Саратов. Просто напишите, какие города или там страны, неважно. Это же интересно. В принципе, такая вот статистика. Ну вот, кто откуда. Ну вот, и тогда уже это самое. Ну не знаю, мне кажется, это самая Украина. Ну, я не знаю, я общаюсь, это 90% Украина. Ну, там Дениска. Белорусов я больше знаю, чем с России, короче, народу. В Молдавии даже, знаю, я не знаю, спиток точно. Как минимум, да какой больше, человек 10 с Молдавии. Эстония, Грузия, Молдавия, Киев, Нью-Йорк, вон как. Питер. Вот с Питера один человек, Москва, так что мы втроем уже. Украина, Кременчук, да. Мне один человек написал с Пензы, говорит, а давай, говорит, тоже устроим. Я говорю, а с кем, говорю? Ты да я ему, да мы вдвоем, что ли, говорю. Ну а что, говорит, больше никого не знаешь? Я говорю, нет, говорю. Ну в Москве несколько человек знают, то есть там есть люди. И в Питере, все, больше. А, ну еще это самое, в Сибири несколько человек. Вот, ну и все, но это просто, я и говорю, вот Ульяновск смотрю, Байкал, так что, нет, я ошибаюсь. Значит, ко мне просто обращаются в основном с Украины. Ну, спрашивают ребята, тут попутно вижу про Львов. Я, это, не в целях рекламы, просто для понимания. Двухдневный форум по Амазону будет. Львовские ребята сами решили сделать, закрыть эту потребность. Темы самые разные, дропшиппинг, приват-лейбл, в частности, я по приват-лейблу буду доклад делать. Арбитраж с Одессой товарищ будет, который меня не любит тоже крепко. Да, мы с Денисом его недавно обсуждали, он Sales Hub не любит и меня, соответственно, тоже. Красильников, да, по-моему, фамилия. Но ничего, я его уважаю, то есть он в арбитраже силен. Это тоже один из механизмов зарабатывания денег. Плюс второй день там будет посвящен очень много... Вопросы юридические, таможенная очистка, складское хранение,
семинары будут проводиться от спикеров тоже. Я могу просто от себя сказать, что я бесплатно разыграю один час консультации, просто вот человеку помогу зайти в его листинг, посмотреть его товар, посоветовать что-то, порекомендовать, это я сделаю. Тут вопрос про что такое Красильников. Да есть в арбитражу сильный чувак, он с Одессы сам. Мы с ним спорим часто в твоей группе, Денис. Да? Иногда, да, конфликтовали даже одно время. У него своя позиция, у меня своя. Но он просто негативщик, а я позитивщик. Поэтому у нас не устаканивается. Я не знаю просто его вообще. То есть, ну, если только не так... Не, ну так вот мне в голову не приходит. Ну, надо просто эту аватарку посмотреть. Ты, у тебя же, блин, сколько? 8 тысяч людей или сколько? 9 тысяч уже участников. Да, скоро 10 будет, надеюсь. Да, да. Скоро юбилей, блин. Да. Все, все, кто не упомнишь, блин. Он не сильно часто, блин, появляется, блин. Ну, сам факт. Ну да, в любом случае. Нет, я говорю, делали эту группу, я ее организовал. Наверное, самый последний из тех, кто людей вообще этим занимался. У меня даже аккаунта нет. У меня ни одного друга в социальных сетях нет. Вот, я просто, я поднимаю трубку телефона и созваниваюсь там, или там те же скайпы и все остальное. Достаточно мне за глаза. Просто когда все это организовывалось... Я предварительно очень многим общался, просто сказал, даже вот скайп-чаты там есть люди, наверное, которые пришли, просто им сказал, говорю, вот я там, ну, с Ютуба приходит, кто-то обращается, говорю, куда пойти, непонятно. Вот организовал группу, вот от этого как бы отталкиваюсь. Ну, люди спрашивают про этот форум, я могу ссылку сбросить, если Денис разрешит, запущу. Нет, а ребята, они здесь рекламируются, они постоянно, я с ними общался. Они у тебя рекламируются? Да, они ко мне обратили, я говорю, а что это такое? Они говорят, это у нас типа некоммерческое такое предприятие, как бы просто собраться, я говорю, да вообще вопрос нет. Да, они не с целью заработать денег, они, потому я и согласился, именно с целью социальной в западном регионе Украины поднимать, популяризировать именно Amazon, соответственно, то есть... Я только за. То есть, чем больше амазонщиков будет участвовать, тем больше будет общения, тем больше будет опыта и меньше ошибок. Да и в Киеве форум, он на самом деле двигает просто в принципе эту тему заработка. На данный момент заработать денег в интернете, вот честно, я искал заработок в интернете года 3, найти что-то достойное и интересное, такое вот действительно профессиональное. То есть я всю жизнь там управлял, грубо говоря, там людьми, там продажами и всем остальным. В интернете я не нужен никому. Просто мои знания никому не нужны. Нужны в интернете юристы, там, фотошоп, там, фрилансеры. Люди специализированы вот на этом. Узкоспециалисты в своем деле. Там, копирайтеры. Там, даже там, я не знаю, невероятные какие специалисты. Но не нужны обычные торгаши. Вот. Да. А вот эта тема, как, и многие до сих пор, хотя сейчас достаточно мало там, о том, что здесь там, какой-то лохотрон, там, я не знаю, какие-то статьи иногда периодически пишут. Не знаю даже с какой целью, просто, блин, бери да делай. Здесь просто я людям, ко мне кто не обратится, я говорю, вы поймите, вы против всего мира. Вся тема в том, что ты готов на себя взять это или не готов просто. То есть ты себе квалификацию понимаешь, то есть кто ты, с каким опытом жизненным идешь. Потому что с кем я общаюсь, вот, и с многими, ну реально простых людей нет. То есть если ты простой вот человек, который просто у тебя последние деньги ты хочешь заменить на зарплату, ну ты пойми, помимо того, что там деньги крутятся нереальные просто, ты еще... Мы за счет чего выживаем? Не за счет денег, за счет того, что у нас КПД максимальный, потому что мы этим живем. Крупные компании, они не так эффективно работают. То есть им это не надо, они просто выставили листинги, там что-то продается, они за счет объема живут. А мы за счет эффективности. Вот, из-за этого готов ты, квалификация какая у тебя, кем ты был до этого. Если ты был человеком, там, я не знаю, художником, ты хоть это можешь приложить как-то там, я не знаю, там, ну, свою картинку как-то там, я не знаю. А если ты вообще не в теме, то есть, ну, это просто тяжело. И действительно надо идти или учиться, или брать консультантов, или, ну, что-то делать хоть. Другого варианта я не вижу, если честно. Да, единственное пожелание напоследок, что, ребята, надо учиться любым способом доступным. Но надо только взвешенно подходить к обучению, то есть, да, и постоянно улучшать свои знания. Для этого только... мы собираемся, вот эти вот сборища как раз, это вот как раз общение. Даже вот, вот эту площадку я делал, потому что реально доехать не всем получается. И вот у вас там какая-то вот все-таки есть такая вот коалиция все-таки, с кем собраться хотя бы. А у нас этого реально нет. Я вот, в принципе, с удовольствием бы встретился бы. Понтов только не с кем встречаться. Вот, или там, ну да, съездить в Москву там, собраться. Вот один раз вот в Москве был форум, не форум, а это сборище, баблосборник очередной. И больше ничего не было. Ну вот, так что вот так вот. Ладно, большое спасибо, задерживать тебя больше не буду. Отработали хорошо, думаю, было интересно, отдача есть,
Так договорились тогда по форуму, как будет информация, не отпишешься просто и напишем по расписанию, то есть я сделаю анонс. Добренько. Все, отлично. Все, пока-пока. Спасибо Всем за пока. Внимание. Пока.